Санитарный врач – это, в принципе, человек, который, так скажем, лечит животных и должен обладать определенными качествами. За счет того, что мы работаем с теми пациентами, которые не могут сами сказать, что с ними случилось, там, почему, когда, что именно у них болит, большую часть их анамнеза мы получаем от владельцев, от самих. Соответственно, мне кажется, врач должен быть добрым, там, внимательным, терпеливым, поскольку иногда это бывает тяжело получить какую-либо информацию от владельца. Должен любить и животных, и свою профессию, потому что если ты не будешь любить животных и отдавать вот себя полностью, то животное это чувствует и будет, соответственно, также там, агрессивно вести себя на приеме. То есть не будет какой-то взаимодачи между врачом и пациентом. Поэтому если врач проявляет заботу, какую-то чуткость, то животное это чувствует и отвечает взаимностью. Когда мне исполнилось 10 лет, мне подарили собаку английского кокера. И я ее очень любила, гуляла с ней постоянно, заботилась о ней. Но просто она где-то в районе 4-5 лет стала часто болеть. И вот для меня это как-то, может быть, стало сигналом, что вот я хотела ей все время помочь, там, лечить ее, чтобы она жила долго, счастливо. Была все время рядом со мной, и как-то для себя я решила, что я вот буду врачом, чтобы вылечить свою собаку, чтобы она все время была со мной. Ну и как-то после школы, в принципе, сомнений не было, я поступила в ветеринарный институт. А по окончании его пришла работать уже на горветстанцию. Хотелось бы, наверное, пожелать, что если выбрали данную профессию, соответственно, не потерять своих главных человеческих качеств. То есть, ну, чтобы не было все на автомате, а чтобы каждому пациенту подходить индивидуально, со всей душой и сердцем, а чтобы это не было конвейером каким-то на работе. И мне кажется, еще главное – это терпение, потому что многие просто, может быть, не выдерживают каких-то вот этих вот подводных камней при общении между врачом и владельцем животного. Поэтому терпение и взаимопонимание –